21 августа компания подростков отправилась отдыхать на берег недалеко от Елабуги. Вечером 17-летний Кирилл и его девушка Виктория, которые встречались 2 года, решили покататься на надувной моторной лодке, однако в назначенное время обратно не вернулись. Мы осмотрели берег вниз по течению реки Камы до города Нижнекамска от Елабуги, опрашивали рыболов, которые сидели на берегу, травили дно кошками и осматривали при помощи эхолотов, сонаров. Подростков искали все эти дни, помогали волонтеры. Одна из первых версий – лодка могла столкнуться с баржей, которая проходила мимо. В результате лодку ребят обнаружили в Пермском крае. Версия подтвердилась, и они зацепились за баржу. При осмотре тел признаков насильственной смерти несовершеннолетних не обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается. Спасатели-волонтеры обследовали больше 10 километров береговой линии. Сегодня утром нашли тело 16-летней девушки. Его выбросило на берег. Спустя еще несколько часов водолазы подняли со дна тело ее парня. Сейчас предстоит уточнить все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Артем Логвинов, телеканал «Эфир».